Каждый год у 35 детей в Эстонии диагностируют рак. Чтобы выжить в борьбе с раком, нужна особая защита. Поддержите создание новых изоляционных палат. Узнайте больше на doitusfond.ie. Старая бытовая техника снова преследует вас? Это еще ничего. Преследовать вас могут начать и маленькие ненужные приборы, батарейки и лампочки. Поэтому отнесите их обратно в магазин. Куда именно? Смотрите на www.esringus.ee. Мне есть что предложить обществу. Где-то для меня есть посильная работа. Как ее найти? С 1 января 2017 года касса безработицы будет оценивать трудоспособность.